Сегодня в Ульяновской области, как и по всей стране, отмечают День российского флага. Празднику исполняется 25 лет, а российскому триколору – 350. День государственного флага Российской Федерации не является выходным днем в стране, но уже традиционно к этому важному событию приурочено множество мероприятий. Сегодня во всех муниципальных образованиях у нас проводятся торжественные мероприятия. Это поднятие флага в первую очередь, поднятие флага Российской Федерации на главных площадях. Сегодня у нас в городе это будет на площади Ленина у Ленинского мемориала. Кроме того, пройдет очень много акций, например, как акция вручения паспортов юным гражданам, 14-летним гражданам Российской Федерации, пройдут концерты. На Соборной площади перед Домом правительства собрались сотни людей, представители различных общественных организаций, чиновники, ну и, конечно, простые горожане. Молодое поколение выстроилось в виде цифры 25, отмечая тем самым уважение к празднику. Для меня очень важно и состоять в этом движении, и участвовать в значимых мероприятиях города, потому что, собственно говоря, я патриот своей страны, и хочется всеми силами поддержать любые движения, любые мероприятия, которые тут организуются. По команде все перестроились в колонну и дружно двинулись к площади Ленина. Там прошла торжественная церемония поднятия флага с участием официальных лиц. Ну, как и любое мероприятие, на котором собирается большое количество наших жителей города, это вдохновляющая музыка, люди, улыбки, знакомства. И вот дружность. Цвета на российском флаге не случайны. По одной из версий, белый символизирует благородство и чистоту, синий – честность и верность, а красный – смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, а также это цвет крови, пролитый за Отечество. Праздник учит всех россиян бережно и грамотно относиться к символике, поскольку каждый гражданин, будь то пожилой, взрослый, подросток или ребенок, должен знать о национальных символах своей страны и гордиться ими. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ул-Правда ТВ.